страна вечно зеленых растений, которые поражают своим разнообразием и красотой. Большинство из них не просто приятны взгляду, но также являются очень ценным сырьем для производства различных средств и препаратов, которые помогают при профилактике заболеваний, а также оставаться всегда молодой и красивой. Сегодня мы в магазине Мугда, где представлен очень широкий спектр подобных препаратов. Лемонграсс обладает высоким бактерицидным свойством, сужает поры, помогает расслабиться, ну и вообще просто пахнет очень вкусно. Компания Мугда также, получается, производит спреи против москитов. Да. И главным ингредиентом в этом спрее является лемонграсс. Или это называется? Цитронелла. 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 Это одинаковая группа с лемонграссом, но немного другое направление растения. Москиты, получается, боятся этого запаха. Да. Они не любят, да. Но мы любим, да. Безопасно для детей. Мы очень любим. Я очень люблю. Очень вкусно пахнет. Ну как комара может не нравиться такой запах? Ну так вкусно пахнет. Это лемонграсс чай, да. Они помогают от бронхит, от горла болит, как я сказала. И совсем каждый дом, они сама растут, да. Такой вот, да. То есть... Очень легко, перманентно, постоянно растет лемонграсс в Таиланде. Из него делаются не только спреи от комаров, из него делаются чай, из него делается косметика. Ну и, конечно же, он добавляется во всеми любимый суп том-ям. Лемонграсс. Все мы помним этот прекрасный вкус. Я, кстати, очень долгое время, живя в Таиланде, не знала, что его не нужно есть. Я ела, прожевывала, пыталась. Каждый день. То-то я никогда не болела бронхитом. И никогда не простывала, и никогда у меня не было никаких проблем со здоровьем в Таиланде. А вот если я хочу в своем саду тоже лемонграсс посадить, можно? Как? Да, да, на балкон вашего дома можно тоже, да. Просто поставить на землю, и они сразу сама, и водой каждый день обычно. Каждый день поливать водой? Да. А дадите мне росточков парочку? Пожалуйста. Мы будем том-ям варить со своим собственным лемонграссом. Кондиционер для волос. Улучшает кутикулу, улучшает цвет волос, улучшает его структуру. Волос будет расти пышный, густой, красивый и длинный. Обгорели на солнце. Лучший способ защитить свою кожу – крем с экстрактом мангостина. Панданас, алоэ вера, папайя, бананы, голубой цветок анчан, лемонграсс – все это произрастает в этом волшебном саду возле этого очаровательного озера, которые превращаются вот в такие маленькие красивые бутылочки с натуральной продукцией, попробовав которую всего лишь раз, вы никогда не сможете променять ее на что-то другое.